Всем привет! Вы на канале Супер Тёмыч Крафт. Ну, в прошлом ролике я вам показал, как делать работающий телевизор в Майнкрафт. А в этом я покажу, как сделать настоящий лифт в Майнкрафт. Да, лифтов было уже много. Уже даже похожие лифты на настоящие лифты. Но так, чтобы нажал на второй, и ты именно на втором нажал, на третий, и ты был на третьем. А нажал именно на первый, и ты был на первом. А третий на третьем. Ну и так. Что, в принципе, можно так 5 этажей, 10. Главное, чтобы в кабинке кнопки поместились. Да? Вот. Ну что ж. Для этого я сделал вот такую подготовительную конструкцию. Да, без командных блоков, конечно, не обошлось. Но, а что ж делать, в принципе. Значит, везде мы делаем вот такую вот ТП. ТП. Я сейчас покажу, как он, допустим, ТП. Сейчас, ТП. А, П. Короче, куда-то, вот сюда, допустим, да? Вот, все. И я оказалась здесь же. Поэтому мы, вот, в принципе, если мы на первом, то мы можем не писать эту команду в этом блоке. Если мы на втором, то мы не можем, можем писать нет. 3, то у нас всего 6 блоков. Так, пишем. Сюда ТП написали, да? И пишем АП. Пишем вот собачка П, ближайший игрок. Все, написали мы везде эту команду. Значит, теперь мы должны измерить координаты, давайте, второго этажа. Второй этаж. 492, 8, 5, 16. Теперь, когда мы будем нажимать на второй, мы будем телепортироваться на второй этаж. Да, то есть понятно работа. Вот, сразу эти координаты можем и сюда мы. 492, 8, 516. Все, мы теперь, когда будем на третьем этаже, поставим второй, перетелепортируемся на второй. Да, прикольно, да? Вот, теперь координаты первого. 492, 4. То есть, меняется только, давайте, 492, 4, 516. Да? И на третьем этаже пишем то же самое. 492, 4, 516. Ну как он? Теперь мы нажимаем на первый. Оказываемся на первом. С первого можем на второй. Со второго на первый. Все предельно просто, да? Так. Теперь осталось лишь координаты третьего. У третьего 12 высота. Высота 12. Пишем все те же координаты изначально. Третий этаж здесь. И третий этаж. Ой, и третий этаж вот здесь. Ну что ж вам, как? Давайте с первого можем на второй. Со второго. Вот. Видите, что это второй этаж. Со второго на третий, с третьего на первый. Отсюда тоже на третий. Можем просто такие, блин, не хочется по лестнице подниматься. Все, мы на третьем спрыгиваем. Можем спрыгнуть. Можем даже смотреть, как сделать. Пыль. Да? То есть все предельно просто. Даже легче, чем вы думали. Ну что ж, всем
Пока-пока.